В минувшую пятницу, 4 декабря, в морге при московской больнице номер 59 прошли отпевание и прощание с любимой зрителями актрисой Ниной Ивановой. Она запомнилась ролью педагога Татьяны Сергеевны в «Весне на Заречной улице». Тело 86-летней Нины Георгиевны обнаружила консьержка по подъезду в доме на проспекте Мира. Незадолго до смерти Иванову госпитализировали с бронхитом, но она отпросилась из больницы на выходные помыться и скончалась ночью во сне. Тело актрисы кремировали. О том, где и когда упокоится ее прах, рассказали в гильдии актеров России. Нину Иванову еще не похоронили, когда это произойдет, пока не ясно, ждем прах из крематория, сообщила руководитель социального отдела гильдии Жанна Потапова. Место под захоронение выделили на Алексеевском кладбище. Там кто-то из родных Нины Георгиевны похоронен. Деньги на похороны собирал дом, где Нина жила. Молодцы они, все оплатили соседи. Нашлась и ее внучатая племянница. Она будет претендовать на квартиру и наследство Нины. Но, видно, денег у нее на похороны не нашлось.